Wake up, с вами Вова Кэс. Даня Поперечный хочет стать президентом России. Марьяна Ро накачала губы. Как Алена Веном и Дэрил отдыхают друг без друга. И какой необычный подарок XO подарили Бинет Сен. Вы самые лучшие, ребята. Ваши лайки — это просто что-то с чем-то. Давайте как можно больше нажмем на лайк. Мы прошли уже огромнейший путь. 960 тысяч на канале. Но еще 40 тысяч всего лишь навсего. И нас будет миллион. Поэтому обязательно кликай на красную кнопку подписаться, жми на колокольчик и будешь в курсе самых крутейших новостей. Полетели! Итак, Бинет Сен отпраздновала свой 21-й день рождения. По традиции девушку поздравила вся команда XO. Помимо цветов... Спасибо! А, мы все пропустили! И кроссовок Louis Vuitton. Это модные... Она получила весьма нестандартный подарок. В огромной коробке Бинет подарили лучшую подругу. Они не виделись 2 года. XO организовали приезд девушки из Украины. Самый лучший день рождения и самое лучшее поздравление. Просто спасибо вам. Бинет расплакалась от счастья. Алена Веном развлекается на хиппи-фестивале. На мероприятии весьма нестандартная обстановка и незаурядные личности. В общем, ночлег в палатках, медитация, саморазвитие, дикие танцы и все в этом духе. Алена в полном восторге. Меня очень вдохновляет этот фестиваль на открытость и на познание. Я очень счастлива, боже. Парень Веном Дэрил тоже не скучает. Он проводит время с турецкой фэшн-блогершей и футбольной ведущей. I don't do that. Well, you got it. Good job. Congratulations. Даня Поперечный баллотируется в президенты? Ну, по крайней мере, в шуточной форме. На фоне того, что президентом Украины стал комик Владимир Зеленский, Поперечный решил представить себя на его месте. Президентом Украины недавно выбрали Владимира Зеленского. Комика. Я, наверное, совру, если скажу, что... И у меня не проскочило мысли о моем президентстве. Пишите, а вы бы голосовали за Даню, если бы он вдруг стал кандидатом? Я прекрасно понимаю, что меня никто не выберет, даже если мне дадут баллотироваться. Марьяна Ро призналась, что накачала губы. В пабликах давно форсят эту тему, сравнивают ее губы до и после. Так вот, Марьяна это подтвердила. Она утверждает, что никогда этого не скрывала. И более того, прошу заметить, что она не раз об этом говорила. Но где и кому она об этом говорила, неизвестно. Я, по крайней мере, ни разу не слышал, чтобы Марьяна это публично обсуждала. И не нашел ни одной сторис, поста, трансляции с такой инфой. Хотя я большой любитель Марьяны. Может, вы знаете, где она об этом говорила? Обязательно напишите в комментариях. Также Марьяна заявила, что собирается исправить нос. Мол, она плохо дышит. Да и горбинка ей не нравится. Ну и конечно же, обязательно напишите, как вам больше нравится, до или после. Дорогие мои, до миллиона нам осталось всего лишь навсего каких-то 40 тысяч. Поэтому обязательно, кто еще не подписан, подписываемся. Делимся этим видео с друзьями. Где-то здесь смотрим предыдущее видео. Жмем колокольчик. До скорого!